На сцене детской школы искусств города Видное выступают не только классические музыканты. Здесь также звучит музыка современных рокеров. 7 декабря площадку для выступления предоставили видновской группе «Треск Строк Бэнд». На концерте побывала и наша съемочная группа. Мы еще прям буквально 5-10 минут подготовимся и начнем играть. Последнее приготовление на сцене. В зале собирается публика, все в предвкушении живой музыки. Те, кто регулярно посещает концерты Видновского рок-клуба, уже хорошо знают группу «Треск Строк Бэнд». За барабанной установкой Юрий Карамышев. Бас-гитара у Евгения Розенблата. А на клавишах и на саксофоне его брат-близнец Илья. Концертная программа разделена на две части. Вначале звучит инструментальная музыка, джаз и фьюжн. Эти мелодии ребята в будущем видят саундтреками к фильмам. Во второй части концерта зал воодушевляется еще больше. Объявляют появление звезды видновского хип-хопа и солиста группы Ильи Треска. Полная гармония голоса, звучание, оформление сцены и света. Все это в конечном итоге оставляет зрителя под большим впечатлением. Всем понравилось. Даже внучка у нас это с открытым ртом. Вот, аплодировала, года, да. Да, аплодировала. Это что-то. Такой хороший зал и такое хорошее и освещение, атмосфера, и атмосфера, да, общая. И поэтому, ну, молодцы, правда. Молодцы, ребят, хороший концерт, очень понравилось. Будем рады прийти еще. Еще раз. Спасибо. 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 Своим выступлением музыканты несли посыл. Они пытались достучаться до современной молодежи. Сказать, показывать примером, как можно и время проводить, как можно радовать себя и других. Ну как-то здорово вообще что-то делать. Не только там что-то потреблять, ерундой заниматься, а когда здорово, когда тебе есть что сказать, в том числе своим инструментом. Универсальный язык, особенно сейчас, когда в стране такие вот вещи происходят, не очень хорошие, а вот музыка, она вот берет и объединяет самых разных людей. Неважно ни национальность, ни возраст, просто все приходят и всем очень хорошо. Кроме благодарности музыкантам за прекрасный концерт, все высказывали еще одно пожелание. Очень радостно, что пришло достаточное количество людей, скажем так, для такого пасмурного дня. Чем больше будет таких концертов в городе Видное, тем, я думаю, будет лучше. Елена Бабина, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.